Добрый день, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инста ТВ. В понедельник фьючерсы на золото закрылись с небольшим повышением, так как трейдеры были обеспокоены финансовыми трудностями в еврозоне, а также проявляли нервозность в ожидании выступления главы ФРС, которое состоится в среду. Августовские фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на $5.90 или 0,5% до $1283,5 за тройскую унцию. В ходе электронных торгов контракты достигали максимумов $1293.60. Аналитики отмечают, что спрос на физическое золото является сейчас основным драйвером роста цен. Кроме того, специалисты из Commerzbank подчеркивают, что развитие событий в еврозоне оказывает поддержку стоимости золота, так как долговой кризис может обостриться в любой момент. В частности, снижение агентством Fitch суверенного рейтинга Франции стало причиной увеличения спроса на золото. Отметим также, что акции SPDR Gold Trust подешевели на 0,1% в понедельник. Бумаги золотодобывающих компаний также торговались с понижением. Так, индекс, включающий компании, добывающие драгоценные металлы, чьи акции котируются на Филадельфийской фондовой бирже, упал на 0,3%. На днях все внимание участников биржи будет приковано к выступлениям президента Федеральной резервной системы Бена Бернанки в Палате представителей и Сенате. Главным вопросом остается судьба программы по выкупу облигаций, на которые инвесторы надеются прольется свет. Вы смотрели новости на канале Инста ТВ. Всего вам доброго. До свидания.